Меня зовут мистер Феличита. Из-за того падения Ариана боится выходить на лед. Суши, это из риса. А, рис. Тогда проследите, чтобы рис был немного липкий. Когда я сказал «липкий», я не имел в виду обмотанный по краям скотч. Когда ты одинок, счастье скоротечно. А если им делиться? Оно длится гораздо дольше. Мистер Феличита.